Над Кульбакина снова шумно. Летающие защитники украинского неба вместе с британскими коллегами рассекали облака, устроив своеобразный воздушный парад. Показательную программу открыли Ми-14. В паре они имитировали поиск цели на и под водой. Вслед за ними пара армейских тружеников Ми-8. Следующими свое мастерство пилотирования на гранично малой высоте демонстрировал экипаж транспортника Ан-26. И совсем громко стало, когда в небе появилась реактивная тяга. Пара грачей Су-25 имитировали атаку по наземным целям. Для этих штурмовиков Николаевское небо родное, здесь их аэродром базирования. А вот для тяжеловесов Су-27 оно стало домом недавно, а на Сибризе они и вовсе новички. Как и гости из Британии, но с румынской пропиской — «Тайфун Еврофайтер». Ветеран ВВС Ее Величества проделал путь из Констанцы. Сейчас это просто показательные полеты, но, говорят военные, уже завтра они начнут отрабатывать различные сценарии боевых действий. В их легендах легко узнается российская угроза. Ймовірно, в нас противник буде застосовувати на острові Зміїни, Тендрі і в Бессарабському напрямку. Очікуємо высадку как повітряного десанту, так и морского десанту. Также военные пообещали отработать противодействие врагу по сценарию крымских событий. Учитывая недавний конфликт у берегов Крыма и даже требования РФ прекратить Сибриз как таковой, военные США говорят, что от маневров отказываться не намерены. Мы проводим эти учения уже 21 год для поддержки стабильности и безопасности в регионе. Ни у одного участника Сибриз нет агрессивных намерений. Все создано для отработки возможностей коммуникации и взаимодействия между участниками. Завершали программу парашютисты. Одни прыгали со старичка Ан-2, другие с высоты побольше. Отделялись от Ан-26. Получилось очень патриотично. Сцепка из двух парашютистов создала украинский флаг. Другой их коллега пролетел над аэродромом с большим национальным полотнищем. А вот кого в небе так и не увидели, хотя полет анонсировался, так это беспилотник турецкого производства «Байрактар». Именно они стали, так сказать, суперзвездами скоротечной войны в Нагорном Карабахе, записав на свой боевой счет сотни уничтоженной техники. Пока 4 таких есть у наших ВВС, а вот моряки получат первый удар на разведывательные единицы уже в этом году. Юлиан Аксенов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».